Отлично. Лейлочка, меня зовут Леша Воробьев. Я сейчас здесь в Дюссельдорфе на Евровидении. Хочу пожелать тебе удачи, чтобы у тебя все было хорошо. И главное мечтай, потому что только мечты тебя могут привести куда-нибудь. Еще важная штука. Важно мечтать и делать что-то для того, чтобы твоя мечта сбывалась. Каждый день, хотя бы немножечко, но делай. Работай, и у тебя все получится. Спасибо большое.